И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Touch Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор Эгвадроботник. И мы продолжаем. С вами прохождение Sonic Generations. Так, в прошлый раз мы с вами вроде прошли долину типа Sonic Racing. Насколько я помню. Слушайте, хороший эпизод вышел. Мне, кстати, очень понравился. Я рад, что вам понравился эпизод. Он такой, ну, зашел очень многим. Мне это понравилось, ребята. Надеюсь, что нас будет так же много, и не стесняемся писать комментарии. Кстати, да, реально, должен признать, что эпизод вышел актуальненький. В конце концов, скоро выходит уже новая часть, ремейковская. Так, мы, по-моему, здесь, да, с вами были. Да. Как я уже говорил, добычу вот всех этих звездочек мы с вами... ну, красных звезд мы оставим с вами на последок. Напоследок оставим, то есть будем уже в формате стримов их забирать. А пока мы с вами проходим, давайте же... Врата босс теперь открыты. Пройдите через них и сразитесь с боссом. А значит, время озвучки от меня. Поэтому... Так. Давайте немножко сменим вид и отправляемся. Так, кто там у нас будет, неизвестно, поэтому готовлюсь. Так, глотну кофейку быстренько. Все, погнали. Фух. Прекрасный хаос! Так, используй платформы, чтобы подобраться к хаосу. Так, минуточку. Вот давайте еще раз начать сначала. Давай, есть. Так, ясно. Так, давай, ёж. Давай, есть, есть, есть. Так, ускоряйся, Соник, и врежь в него со всей силы. Ладно, я постараюсь, конечно. Больно, наверное. Так, отлично. Так. Так, неплохо. Слушайте, интересная локация. Наверное, мы ее несколько раз с вами допройдем сегодня. Спасибо, Хаус. Так. Так, могут приблизиться. Атаку на него давай. Так, ничего не понял, ну ладно. Не успел прочитать, что он имеет в виду. Да, сейчас без вебки, потому что я не хочу пропустить катсцену, сами понимаете. Хорошая катсцена, дорогого стоит. Так. Пружины помогут приблизиться к нему, а после используй самонаводящуюся атаку. Какую самонаводящуюся атаку? Тут нет какой самонаводящейся атаки.
Мне кажется, Хаус хочет, чтобы его победили. Принято, давай. Так. С помощью скрытой ты можешь бежать по воде. Благодарю, а то не знал. Давай, давай, давай. Через мозги. Святый платформер. Оу, я хотел допрыгнуть, но не получилось. К счастью, у нас запасов жизни достаточно. Видимо, эти жизни используются только в отношении боссов. Так, давай, ёжик. Ломай ему башку. Что может быть лучше запаха безумного хаоса по утрам? Так. Отлично. Так, отлично. О-о-о-о, дядя-дядя-дяд! Ой, улетел он далеко. Так, давай, ёж, сконцентрируемся. Давай. О, чёрт, меня смыло водой. Так, и у нас две жизни осталось. Не очень хороший этот поэдэток, если так... Так. Как всегда, зависло в самом конце, на самом интересном месте. Бывает такое, бывает. Давайте сейчас быстренько глянем, сколько у нас с вами... Все жизни на месте, все при нас, все хорошо. Ну и прекрасно. Считать, по сути, начинаем тогда уровень с нуля. Он открыт. Так, откройте, пожалуйста, дверку еще раз. Слушайте, удобный такой лайфхак получается. Взяли, записали, прошли, не прошли, быстро можно скипнуть и перепройти. Слушайте, интересный лайфхак, запомните его. Никто вот такой больше не покажет, а я показал. Потому что я случайно его нашел. Так, давайте сменим ежан и еще раз озвучим, почему бы нет. Погнали. Perfect Chaos! Так... Оу. В общем, я выбрал правильную дорогу, выбрал неправильный маршрут, ясно? Так. Так. Давай, 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 есть. Вперед, вперед, вперед! Ломаем башку! Так. Так, мне что-то не допрыгивает у меня тут.
А что ты не хочешь там допрыгивать нормально? О, тут вот свалился теперь на зло сюда. Так, давай. А, точно. Так. Ой. Так, красота. Мне тут хаос пытается еще затопить. Вот сосед попался, да? Так. Отлично, добрались. Вперед. Спасибо, хаос. Так. О, ясно. В общем, он может меня бить. А я думал, он не может физически. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да почему ты затормозил-то? Хороший был полет. Так. 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 Вперед, 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 вперед. Иди сюда. Мозг недоделанный. Спасибо, я думал, что не могу. Да, только я утонул в любом случае. Это весело, спасибо. Так. Давай, давай, ёж. Ломаем голову. Готовимся. О, да, зараза! Хотел перепрыгнуть сразу, а не дает. Так. Так, давай, 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 есть. Давай, голову прямо в голову. Так, хорошо. Так, наверх, пожалуйста. Так, отлично. Да нет, ёж, не то! Я хотел, чтобы он прыгнул на эти кольца. Подушки, пружинки. Ну-ка, давай, ёж. У нас 3 жизни осталось. С другой стороны, я не зря их покупал. Это хорошо. Не зря приобретали. Знаешь, когда у тебя есть полно жизни, ты прям вот к этому способен. Ты склонен их быстро транжирить. Вот так вот в современном мире. Люди готовы свою жизнь отдать за ничто, но не знают ее ценности. А в играх эта ценность наоборот. Прямо... Нет, ты ёж! Вот опять! Он опять полетел в перевод. Давай. Так, мы должны с 2 жизнями справиться. Потом докупим. Столько раз ему голову взрывает. Интересно, он с ума сходит вообще от этого?
Мне кажется, он сам не в восторге, что я ему голову постоянно пробиваю. Так, неплохо. Я не отрицаю того факта, что очень эпичный босс, но согласитесь, какой-то слабо эпичный, учитывая, что это чертов хаос. Эгбот был бы поэпичнее, согласитесь. Ладно, посмотрим, какая здесь будет дальше анимация. Ну, слушайте, мне понравилось, конечно. Я думаю, мы с вами, когда будем стримить его уже и посредственно Generations, то есть там проходить это дело, мы, наверное, здесь будем добивать рекорды. Дальше. Вы вернули немалую часть этого мира. Ты хорошо справляешься, Соник. Ты хотел сказать, вы хорошо справляетесь, Соники. Верно. Я, наверное, к этому никогда не привыкну. Оберегитесь! Этот монстр точно не понравился тот изумруд хаоса. Эти штуки были полезны в прошлом. У нас уже есть несколько, но... Нам нужен этот изумруд именно! Соник, ты должен пойти и проверить его. Могут испортить, ты можешь вернуть этот изумруд хаоса, так как вернуть наши друзья. Могу дважды поспорить, что нам понадобится все 7 изумрудов. У вас, парни, еще много работы. Приключение неинтересное, когда слишком простое. Лондон. Маяк. Ворота. Неплохо. Очень-очень неплохо. Нам, да, реально получается, нужно собирать все изумруды хаоса. Так. Сначала давайте еще раз я переозвучу. Так, добро пожаловать. Ну, предавитель, да еще и докупим. Запас нам нужен. Вам спасибо. Надо переозвучить один момент. Так. Вот этот. Слишком плохо я его озвучил сейчас. Вы вернули немалую часть этого мира. Ты хорошо справляешься, Соник. Ты хотел сказать, вы хорошо справляетесь, Соники. Верно. Я, наверное, к этому никогда не привыкну. Берегись! Этому монстру точно не понравился тот изумруд. Эти штуки были полезны в прошлом. У нас уже есть несколько, но... Нам нужен этот изумруд! Соник, ты должен пойти и проверить его. Могу поспорить, что ты сможешь вернуть тот изумруд хаоса так же, как и вернул наших друзей.
Могу дважды поспорить, что нам понадобится вообще все 7 изумрудов. У вас, парни, еще много работы. Приключение неинтересно, когда слишком простое. Этот вариант лучше. Плюс чуть-чуть подогнать звук, и все будет идеально. Так что проблем не будет. Ой. Сколько осталось? Ну, слушайте, осталось всего 1, 2, 3, 4, 5 катсцен. Мы потихонечку с вами подходим потихонечку, полигонечку. Потихонечку с вами здесь доприходим, да придет с нами, как говорится, ежиная сила. Так, здесь получается... разломанный карьер, Британия и энергоманьяк. Ну, слушай, давай тогда мы, наверное, в разрушен... Как же вовремя, согласитесь. Да. Слетел он у нас сейчас. Только-только добрались открывать. Такое ощущение, будто он хочет, чтобы я хаосу прошел по лучшему времени, чем на бэшку. С одной стороны, не спорю. Как-то обидно, что хаос так быстро проходится. Но с другой стороны, тут смотри, сколько хороших зон новеньких. О, это Блейз, значит, получается, это будущее, да? Так, подождите, это Блейз. Здесь, ну, британец Вектор, естественно. А тут Чарм. Так, стоп, а Сильвер где тогда? Или Сильвер с ней заморожен здесь будет? Ладно, отправляемся, посмотрим. Приземление потребуется в очередном акте. Показать инструкцию по выполнению. Да, пожалуйста. А, Б. То есть, и... ясно. Я умычал, расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Пойди ко мне, я тебе понужно покажу. Готов, беги! Ауч! Нет! Ау! Так, все, у меня жизни кончились. Ау! Да ладно тебе. Попробовать снова? Конечно, попробовать. Почему нет? Ты не возражай. Так. Так. А, подождите-ка. Ага, вижу. Тут можно было как-то залезть. Ну, ладно. Иди сюда, птичка. Да что тут творится с этим миром? Лава буквально в небоскребах. Ауч! Красота, я еще ежику подпалил косички. А!
Так. Оуч. Так, вот это интересный под... Вот это интересная зона. Ну-ка. Так. Так. Так, теперь нам сюда. Так, нажми Б во время прыжка, чтобы уничтожить объект. Походу, это уничтожает не только... Так. Так. Вижу. Да давай уже, ёж, нормально собираем. А ну иди сюда, грёбанная. Так, я здесь пройдусь. Хотя бы одно кольцо забрали, уже хорошо. Так, ой, я подумал, сейчас в лаву паду. Слушайте, интересно под уровень. Ауч! Это плохо, а? И получается, кольцо не засчитано, да? Так... Так. Ёж, давай уже, хватит купаться в лаве. Спасибо, адская. Это, кстати, на хаос похоже, червя. Ауч, ты... Так... О, неплохо. Я вижу это кольцо, но я не могу его забрать. Ладно, не страшно. О, вижу второе. Ауч, это больно! Сейчас оно выстрелит вверх. Так, ладно, хотя бы прорвались. Это, по-моему, тоже поднимается наверх, да. Так. Так. Так, есть, неплохо. Ау-дя-дя-дя-дя-дя-дя. Два-два-два-два, ёж. Давай, 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 бегом, ёжи!
Я хотел попасть на эту штуку, честно говоря, и обратно поехаться, но походу не дадут. Ау, больно было. О, вот это сейчас было очень больно. Ой, я тут, похоже, сейчас все жизни растеряю. Так. Так, ладно. Результаты. Безумный ад. Фух. Крисити. Крисиный город. Красиво. Красиво сказано. Очень красивое место. Адская пламенеющая зараза. Мушу. Спасибо. Я не люблю грибы, но спасибо. Так. Ну давайте сразу тогда заодно. Забавно, кстати, из воды в пламя сразу идем, да? Вода это хаос. Огонь это блейз. Наверное, забавный эпизод будет назвать. Посмотрим, что дальше. Так, и дальше идет у нас Крисити от мелкого. Так. Погнали. Посмотрим, что у этого будет. Ауч. Спасибо, птичка. Ауч! Гребаная химера меловская. О, кстати, там было красное кольцо. Ага. А? Голова? Ну тут я сомневаюсь, что будут какие-то массовые анимации. Ауч, вот это было больно. Я с улиц подожду. Так. Ауч. Ну я помню, где примерно находится каждый из платформ. О. Ауч. Так, ладно. Хорошо, здесь была сохраночка. Там тара-та-та-та-та. Нет! Давай! Я не возражаю. Да, у меня же 0 жизни осталось, но с другой стороны. Спасибо, птица. Так, ясно. Опять упал, куда попало. Так. Кто-нибудь видел где-нибудь красненькую? Пока я тут бегал. Я что-то не обратил внимания. Так. Так, сохранились, хорошо. Ауч! Вот это было больно. Заткнись, саламандра недоделанная. Что тут такое случилось-то в мире? Что тут гребаный...
хаос безумной заразы возникли. Спасибо. Так. А, мне вот сюда, ясно. Да-да-да-да-да. Ты очень старался. Спасибо. О, здрасте. Наверх, пожалуйста. Видел там жизнь Соника, ну, черт с этим. Если он сейчас близко. А можно здесь пройти как-то? Да, можно. Здесь какой-то проход. Так. Ауч. Ребаная саламандра змеюковская. Поняли, как со мной сражаться? Из-под тишка надо. Какой-то огненный ветер пошел еще. О! А вот и спасение наше. Эй, это нечестно! Черт, он меня засосал. А я почти добрался. Вот хитрюга заразная. Ну давайте еще раз. А хотя здесь можно без с вебкой. А давайте начнем сначала. Сразу же можно, что будет? Ауч. Ладно, я знаю, как эту забрать кольцо. Мы знаем с вами. Так. Отлично, вот она. Так. Ауч, вот это было больно. Так. Ой, гребаные собаки. Так, вот здесь надо быть поаккуратнее. Вот тут, я уверен, должно быть кольцо, но я его пропустил, да? Но я его не увидел там нигде, кстати, опять же, с другой стороны. Но уверен, оно там было. Так. Эти не будем брать. Отвлекаться на них себе только во вред. Да. Ауч, это больно. Наверх, пожалуйста. Там, где випы, мапы и коты. Давай. Так. Привет. Упс. Да, но зато хорошую музыку послушаем сразу. Так.
Ауч. Да. Ауч. Да. Можно, пожалуйста? Благодарю. Вы такие добрые. Наверх. Да. Я хотел туда наверх прыгнуть. Ауч. Ауч. Не пролезешь. Но там наверняка точно красненькая есть. О. Так. Так, давай, Ёж. А, давай уже, поднимай меня. Да, ты такая же страшная гадюка. Спасибо. О, красное колечко забрал. Повезло прямо. А оно тут и было. А оно тут и было, оказывается. Я его просто не заметил за цвет. Неплохо. Эй! Так. А, нужно дождаться, когда вихрь стихнет. Ясно. О, вот оно как здесь сделали. Я увидел второе кольцо. Ауч. В общем, тут какие-то... В общем, здесь полноценный ад. Так, доктор, не улетайте, пожалуйста. Вы мой. Ауч, улетел. Его ветер засосал. Красота. Ждем. Ждем. Ой-ой-ой-ой. Да куда же ты, гребаный еж? Кстати, а можно я там как-нибудь поднимусь потом? Нет, неизвестно. Ясно. Так, ждем. Да, он сдувает ежа, он сдувает. Ну, кстати, это зато самое легкое красное кольцо, которое я вообще видел. То, что было сейчас перед нами, оно посложнее будет. Так, ждем. Значит, я сейчас пока прыгну, тут смерч прыгнет. Так. Чего? Какого ляда? О. Привет, птица! Прям такая добрая. Отлично. Я нашел способ, как забраться, но я потерял одну жизнь. Ладно, начнем сначала. Не в первой, что ли? Давай. О! Так. Зато, кстати, приноровились. Может, сейчас побольше соберем.
Ауч. В общем, правило номер один. На птицу не прыгай. Если не уверен, что она тебя доставит куда надо. И сопли зубиков не гладь. Ну или саламандр. А это саблезубы все-таки больше сцепили, или саламандр, блин, любопытно. Там вроде можно было, я так понимаю, поверху, но я не увидел там нигде красненькой. Так, погнали. Так. Ауч. Ладно, сами на воду не случай. Да. А нет, в принципе, можно. Если осторожно. Ну или так. Тоже вариант. Так. Привет. Он, наверное, в недоумении. Откуда мы знаем о его существовании в этой зоне? Пусть я пользу пройду, ну ладно. Так, ждем. Ветер сдует, я ее заберу. Ветер делает за меня половину работы. Мне, кстати, нравится механика ветра здесь. Если она не дает тебе запрыгнуть нормально. Очень, кстати, мне очень понравилось то, что они сделали вот с этой зоной. Якобы, вот он тебе финиш, вот ты уже добежал. А, фиг тебе, нет, я у тебя заберу. Так, давай, вихрь, появляйся. Так, ясно. Сейчас ветер сдуется. Что-то не сдуется. Давай, сдувайся, все, хватит тут. И он хочет нам так помочь. Так. Ауч! Ну вот, забрал практически больше, чем колец. Было бы здорово, кстати, опять. Можно, пожалуйста? О! Вниз. Так, так. Вот. Если уж знаю где-то кольцо, если я могу его забрать, почему я его не заберу? Конечно, я его заберу. Сэкономим время. Эй, это мое! Так, ладно, это неожиданно было. Так, зато хотя бы забрали, вот на том спасибо. Так, привет.
Ауч. Так, спокойно, спокойно. Как не будем висеть на сладкоголосые серенады. Так, о, ну как всегда, забрали. Кстати, забавно, что он тут машину не засасывает. Я понимаю, что это игровая условность, но весело. Так, вот здесь надо быть поаккуратнее. Отлично. Ху-ху-ху-ху-ху. Можем передохнуть, да? Это зараза, помнишь, шмалять? Только сейчас ее заметил. Признаемся, это шмалять плохо. Но мы почти добрались. Слушай, будет забавно, если я сейчас все кольца соберу. Мне кажется, я все кольца собрал. Я не уверен на 100%, но... Да, этот еж знает, как удивить. Жаль, что мне понадобилась твоя помощь, Соник, но все равно спасибо. Кстати, ты выглядишь менее колючим? Соник, пусть та моя неудача останется только лишь между нами, хорошо? Запомните, это только между нами. Между мной, им... Менее колючим, ею и всеми вами. Всеми 8 миллиардами населениями нашей планеты. Только никому не говорим. И инопланетян к интернету не подпускать. Но если вы вдруг видите инопланетяне, то тоже с между вами. Все между вами. Больше никем. Ну, или те, кто еще это увидит в истории человечества и мира. Тоже между нами. Никто не должен это знать. Ну, слушайте, неплохо, кстати, собрали большую часть колец. Мне кажется, такого больше нигде не было. А учитывая, что я окрасил все здесь, тут, наверное, появились сейчас новые приключения. А, это проход в другую зону, ясно. А как мне попасть? Наверное, там должен быть другой лифт? А, нет, здесь просто чисто подъемчик есть, да? Хочется глянуть, какие здесь задачи есть. А, точно, я же забыл. Они же не открываются, пока не откроешь остальные еще две. То есть надо освободить еще вектора. О. А она не будет с нами говорить, что ли? Уклон помогает уворачиваться от машин, что запускает смерч и достигает верхних путей. Уклон. Ладно. Но она такая неболтливая. Мне нравится. Так, давайте сначала докупим с вами.
кстати, если вот как бы... Кстати, заметили такую забавную вещь? Когда ты пробегаешься между всеми локациями, музыка накладывается. Она не заменяется, а накладывается друг на друга. И получается такая... Ты что, расширял, что ли? Он такой... Походу, у него спина болит. Как я его понимаю, честно? Так. В общем, накладывается музыка. Вот реально, сама игра накладывает музыку. И... ты буквально, ну, по сути такой своей, слышишь оригинальный трек. Это очень, кстати, интересная механика сделана. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, ролики понятно, мы все видели. Так, по персонажам. Хотя нет, подождите, давай сначала иллюстрации посмотрим. Какие новенькие иллюстрации у нас появились, во. Concept Art Sky Sanctuary. Воздушные центрифуги и платформы для перемещения. Вы посмотрите, они ежа изобразили в виде лисы. Вот смотрите, забавно, да? Concept Art Speed Headway. О! Вот это мне особенно нравится. Вот за мной, видите, вот сейчас. Красота. Тоже Speed Headway. У Эдмона, кстати, реально хороший голос такой вышел. Умеет строить. Concept City Escape. Важные оригинальные наброски. City Escape. Но я не припомню, чтобы мы могли здесь бегать поверху. Но будет здорово, если, да, может быть, в других играх Sonic такой, скорее всего, есть. Я не все игры играл. Так, ну это особенный ар, ранние наброски Sonic Heroes. Так, что-то новенькое есть еще, потому что мы уже перешли к Heroes наброскам. Нет, больше ничего здесь нету. Так, теперь давайте персонажа глянем. У нас новичок. Кошка Блейз. Принцесса из другого измерения, охраняющая Сол Изумруды от силы зла. Для нее долг превыше всего, из-за этого ей тяжело заводить друзей. И в то время, что она провела с Соником, заставила кошку по-иному взглянуть на товарищество. Товарищество, не путать понятие службы. Лучше бы это, когда тебе нож хотят воткнуть в спину. Ну, тайком. А это товарищество. Хотя... ее можно понять. Так. А это у нас... давайте посмотрим, какие музыки у нас снова открылись. Mushroom Hill Zone. Та-та-ра-дан, та-та-ра-дан, та-та-ра-дан. Ну, классический джаз. It doesn't matter. Это уже больше рок. Sonic Adventure. Так, больше ничего новенького нету? Проверим. То мало ли что-то есть, а мы нет. Нет, больше ничего нет. Что ж, а вот, блин, Toxic Cave включил в этот раз. Я уже думаю, я, наверное, ей всех достал. Ну, мне нам реально нравится Toxic Cave, но Kingdom Valley более позвучнее будет. Что ж, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд выкладывает арт, ссылочки со сенсити в описании. Ну и, конечно же, как написали в предыдущем видео под комментарием. Актуально? Актуально. Все правильно, ребят. Пишем больше комментариев, пишем больше озвучек их с моей стороны здесь. Буду каждую озвучку комментариев здесь тоже делать. Надеюсь, что вам это нравится. И это тоже пишите комментарии, тоже озвучим. Итак, замкнутый круг будет. Что ж, ну а с вами был ваш голос доктора Эгвина Работника, он же Альберт Вескер. До скорой встречи, всем пока и удачи. Увидимся на Мрелотач Инкорпорейтед.